Президент Российской Федерации Владимир Путин после двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым встретился и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По сравнению с предыдущей встречей, встреча с премьер-министром была довольно краткой и в основном выражалась взаимная благодарность друг другу в укреплении сотрудничества между Россией и Арменией. Хочу поблагодарить за то, что вы согласились приехать в Москву сегодня. На мой взгляд, действительно, несмотря на те проблемы, о которых вы сказали, которые еще остаются нерешенными, надеюсь, что все-таки удастся договориться по всем проблемам, в том числе и вопросам гуманитарного характера. В целом, на мой взгляд, встреча полезная с тем, чтобы мы смогли определиться с будущим региона и со строительством отношений в регионе, прежде всего, конечно, между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Армении, в свою очередь, сказал, что новые соглашения способны улучшить экономику региона, а также он коснулся темы армянских военнопленных. Я, как сказал, я уверен в этом исполнении тех договоренностей, которые сформулированы в нашем совместном заявлении, могут серьезно изменить экономический облик нашего региона и серьезно превысить инвестиционный потенциал и инвестиционную привлекательность. Но я, как уже сказал, по-моему, эти экономические вопросы затруднятся на фоне нерешения гуманитарных вопросов. И, конечно, я уже сказал, что для нас самый чувствительный, я думаю, для всех нас, самый чувствительный и болезненный вопрос – это гуманитарные вопросы, связанные с военнопленными, пропавшими без вести, обмена телами погибших. И я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы защищаете и поддерживаете.